Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Я зашла в такой вот у меня сегодня проект без вложений. Называется «Видео бонус Spice». Как-то так. Значит, здесь мы зарабатываем без вложений на просмотре видео рекламы. Регистрация. Нажимаем. Так, значит, здесь будет отображаться ваш пригласитель. В данном случае это я. Значит, ваш медиапартнер Елена Смирнова. Значит, что у нас здесь? Пишем логин, ваше имя, фамилия. Указываем страну. Так, здесь мы указываем, так, город проживания. Прописываем мобильный телефон, Skype, пароль, повтор пароля. Пароль нужно запомнить, потому что здесь не будет вкладочки «Забыл пароль». Нажимаем «Регистрация» и заходим по логину и паролю в свой кабинет. Я уже зарегистрирована. Я зайду в свой кабинет. Первым делом, когда вы попадете в свой кабинет, вам нужно нажать «Мой профиль». У вас здесь будет стоять вот сразу при регистрации вы указывали страну, город. И что нужно обязательно сделать в первую очередь, это подтвердить электронную почту. Я очень много смотрела информации по этому проекту, но почему-то никто не говорит, что нужно в обязательном порядке нужно подтвердить почту. Иначе вы не сможете как бы просматривать видео, пока не подтвердите почту. Это в обязательном порядке. Можно поставить аватар свой вот здесь. Здесь будет ваш пригласитель. В данном случае я. Значит, далее, после того, как вы подтвердите почту, вам на почту придет письмо, пройдете по ссылочке, нажмете «Подтвердите». Здесь можно изменить пароль. Здесь вот служба поддержки. Задать вопрос. Я общалась уже со службой поддержки. Очень быстро все отвечают через Skype. Значит, далее что? Подтвердили вы почту. Значит, здесь вот теперь что? Давайте мои документы. Нам это не надо. У вас появится партнерская ссылочка. После подтверждение почты. Вот ваша партнерская ссылочка. Можно делиться. Значит, новости. Новости проекта. Так, конференция. Это уже сами посмотрите. Далее, на чем зарабатывать? Смотреть видео. Вот нажимаем на видео. И смотреть видео. И появляется вот видео. Очень много здесь видео. И за это нам как бы будут платить денежку. Бонус 0.05 монет за 10 секунд. Но если в копейки, в рубли там перевести, 5 копеек, 5 копеек, 10 копеек, 10 копеек, 5 копеек, ну, 10 копеек. Ну, давайте посмотрим одно видео. Нажимаем. Здесь у нас сейчас загрузится видео. И здесь автор этого видео. Нажимаем на видео. Звук можно как включить, можно отключить. Идет отсчет времени. 10 секунд у нас. Вот 10 секунд прошло, и у нас появляется вкладочка «Посмотреть бонус». И здесь написано «Бонус начислен», «Смотреть другое видео». Давайте просмотрим еще одно видео. Вот за 10 копеек давайте просмотрим. Опять вот здесь автор видео. Нажимаем. Идет отсчет. 20 секунд. Если вас заинтересовало видео, можно, конечно, просмотреть до конца. Так. Вот, все, мы просмотрели. Бонус начислен.
смотреть другое видео. Если хотите смотреть другое видео, нажимаете «Посмотреть бонус». Давайте посмотрим бонус. Нас перебрасывает на страничку. Вот мои монеты. 0.40 монет. Ну, 40 копеек, если в рубли. Значит, я что? Хочу, ну, как бы, видео, просмотры видео, но это без вложений. Но я хочу зарабатывать побольше. И я хочу размещать здесь видео. Прежде чем размещать видео, надо зайти в раздел «Финансы» и так пополнить счет. Это по желанию. Как я сказала, проект без вложений. Значит, здесь можно пополнить счет. Вот. Так. Visa, MasterCard, Яндекс Мани и Advanced Cash. Я вчера уже пополнила. У меня как бы, значит, минимальная сумма пополнения 1 USD или 90 рублей. И что здесь еще указано? Если вы хотите пополнить счет на 100 монет, подтвердите 103,50 рубля. Это вот на эти платежные системы. На Визу и на Яндекс. Advanced, это значит комиссию берут. Advanced Cash комиссию не берет. Но у меня было, у меня рублей не было на Advanced Cash. У меня там доллар с копейками. Вот. Ну, я их и закинула. Значит, финансы, история транзакций. И вот мои копейки. Я не знаю, вот с Advanced Cash. Так, ну что, я хочу разместить теперь видео. Так, значит, что нужно сделать? Добавить видео. Здесь есть инструкция. Можно это все посмотреть. Значит, а кто хочет добавить видео, нажимаем на плюсик. Значит, сюда мы вставляем ссылочку на YouTube, свое видео. Сюда количество просмотров. Страна. Выбираем, кто что хочет. Ну, здесь вот весь мир пусть. Пол. Телекиндер. Да я не знаю, что это. Для всех. Время просмотра. Можно поставить 10 секунд. Так. И что? Так, мне надо видео взять. Я иду на свой канал. YouTube. Сейчас у меня все подгрузится. Так. Мой канал YouTube. Мой YouTube. Так, видео нажимаю. И я буду рекламировать свой проект Globus. Нажимаю на него. Так, и копировать адрес ссылки. Скопировала я. Не может с первого раза и не скопироваться. Так. Скопировали. Возвращаюсь я. И вставляю сюда. Не знаю, получится или нет. Так. Ноль монет. Угу. А, количество просмотров. Ну-ка посмотрим. 100. Ноль монет. А, рассчитать стоимость. Так. Видео. Весь мир для всех. Так. Время просмотра 10 секунд. Здесь меньше нет. Так. Ну ладно. Рассчитать стоимость. Вот у меня 90 монет. Я пополнила на 1 доллар. Но у меня не было рублей.
Яндекс у меня вообще пустой, а карту я не хочу трогать. Так, далее нажимаю разместить ролик. Вот мое видео. Если картинка отображается, значит ссылка на видео указана верно. Далее, что у нас здесь? Название проекта, количество показов 100, время просмотра 10 секунд, стоимость 90 монет, страна показа весь мир. Подтвердить размещение нажимаю. Ошибка. Так, возможно, что на вашем счете недостаточно средств для проведения транзакций. Так, пополнить внутренний счет. А я же пополняла. Так, пополнить. Это сейчас куда же меня перебросит? Ага, меня перебросит сюда. Нет. Так, финансы. Ага, надо обменять. Так, обмен. Угу. Секундочку. Я обменяла монеты свои. Надо было, вот у меня вот здесь моя сумма была, то, что я пополняла. Я нажала на обмен. У меня был $30. Вот сюда я нажала. Обмен монет. Опять же, никто ничего в видеообзорах не сказано. Значит, сюда я ввела курс от обмена здесь. Я ввела $30 свои. Нажала обменять монеты. Эти монеты, ну, подтвердить там по схеме все очень просто. И они у меня упали на... Так. Ну, на внутренний счет. Значит, ну что, теперь давайте будем пробовать. У меня стало вот там 80 чем-то, 84 монеты, значит. Добавить видео теперь. Опять нажимаю. Сейчас посмотрим. Видеоролик. Количество просмотров я уже не 90, я попробую поставить тогда 80. Потому что у меня 84 монеты. Так, посмотрим, хватит мне денег весь мир. Так, для всех время 10 секунд. Так, и рассчитать стоимость. Нет, 75, у меня больше надо. Тогда попробуем поставить сейчас 90. Рассчитать стоимость 81. Ну, пусть так. Вот, у меня будет количество просмотров 90. Это я подгоняю под свою сумму. Значит, и далее нажимаю разместить ролик. Вот мое видео, как я уже говорила. Подтвердить размещение. Так. И вот оно, мое видео. Оно уже как бы должно отображаться в просмотрах видео. Так, это что у нас? А, просмотр видео. Давайте теперь вернемся смотреть видео. И найдем мое видео. Вот мое видео. Значит, теперь что? Я буду просматривать видеоролики. Мне за это будут капать монетки, да? И люди будут смотреть мое видео, мне также будут капать монетки. И не исключено, что кто-то зарегистрируется по моей реферальной ссылочке ко мне в проект. Это как бы продвижение своего бизнеса. Далее, что здесь еще есть? Так, бизнес. Ну, здесь... Матрица, квалификат. Я сюда не лезу. Мне это не надо. Значит, далее просмотры. Так, финансы. Пополнить счет. Вот, это обмен. Вкладочка «История транзакций» и вывод средств. Что у нас здесь по выводу?
Так, внимание, вывод средств возможен, если у вас на счету не менее 15 вот этих Play Money, этих монет. Это $15. Так, Елена, для вывода средств укажите полностью фамилию, имя, отчество и пин-код. Если вы будете пополнять баланс, вам нужно придумать 4-значный пин-код. Далее, что? Вот еще здесь. Так, ну здесь следующим способом. Так, не рассматриваются запросы, если в вашем сообщении вы не укажете пин-код. Пин-код обязателен. Также не рассматриваются запросы на вывод, если размер выводимой суммы меньше 15 USD или 1000 рублей. Как наберется 1000 рублей или $15, нажимаем запрос на вывод. Ну, вот такой вот проект рекламный. Я думаю, можно здесь посидеть без вложений и попытаться заработать на видеопросмотрах. Видео у меня затянулось, прошу прощения, потому что все делала, как вы видели, в режиме онлайн, чтобы вы не повторяли ошибок моих и хотя бы были хоть как-то в курсе событий. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся, регистрируемся и будем пытаться зарабатывать без вложений. До новых встреч!